Re! Viss ēters ir te! Снова к событиям в Латвии. В этом году уже более 1000 автовладельцев вместе со штрафом за превышение скорости получили штраф за отсутствие страховки ОКТА. Их снял фоторадар. Причем с июля этого года за каждое нарушение приходится платить отдельно. Эвальд Дукуль посчитал, во сколько обойдется поездка без страховки или техосмотра. Фоторадары фиксируют не только превышение скорости, но и если у машины нет ОСТа или не пройден техосмотр. Штраф за отсутствие ОСТа или техосмотра придет в том случае, если фоторадар зафиксирует превышение скорости. В случае, если фоторадар, стационарный или переносной, зафиксировал превышение скорости и госномер машины попадает на фото в конкретный момент времени, транспортное средство проверяют по полной. В дирекции безопасности дорожного движения смотрят, есть ли у машины ОСТа и пройден ли техосмотр. Если нет, информацию отправляют в полицию и там уже принимают решение. Штраф применяется в рамках конкретной статьи и только минимальный. Его получает владелец машины. Когда в силу вступили последние поправки, в случае, если нет обязательной страховки, транспорту до 12 тонн минимальная сумма штрафа составляет 350 евро. Свыше 12 тонн и автобусом 400 евро. Штраф за превышение скорости начинается от 20 евро. Минимальное наказание за отсутствие техосмотра – 55 евро. А за езду без полиса ОСТа – 350 евро. Поскольку с 1 июля штрафы выписываются за каждое нарушение отдельно, водителям следует считаться с тем, что совокупность нарушений существенно ударит по карману. Например, если фоторадар фиксирует авто без ОСТа и техосмотра, то минимальная сумма штрафа составит 425 евро. В прошлом году благодаря фоторадарам более 3000 автоводителей получили штраф за то, что у автомобиля не было обязательной страховки. В этом году это уже более 1000 водителей. За то, что автомобиль участвует в дорожном движении без действительного техосмотра, в прошлом году оштрафовали 1500 водителей. В этом году чуть больше 500. Также полицейский автомобиль, оборудованный камерой 360 градусов, в течение неполного этого года зафиксировал еще несколько тысяч автомобилей, которые в движении участвуют без ОСТа. На данный момент это число сумасшедшее. В общей сложности 4600 автоводителей. Да, это беспокоит, что люди едут, зная, что есть радары, но регулярно нарушают скоростной режим. Безответственность зашкаливает. Повышаем ли мы штрафы или больше контролируем, но объем рассылаемых штрафов очень велик. При этом, если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, его взыскание передадут в руки судебных исполнителей. Напомним, чтобы избежать неприятностей, на сайте ЦСДД в разделе «Электронных услуг» есть возможность включить себе напоминание, когда заканчивается техосмотр или срок ОСТа. Эвал Дукуль, Ая Кинца, Иван Смилов, Латвийское телевидение.